Сегодня 4 марта 2020 год. Вот так работает пчела. Хороший. Сейчас посмотрю, как ромоносы работают. А вот они, однослойные ромоносы. Вот они. В принципе, также работают, хотя тонкая ДВП, однослойная, и все. Сбоку, правда, вот типа пенополистирольные диафрагмы стоят. Сегодня прорвался в Ростовскую область, под песчанкой стою. Ветер 7 метров обещают, и холодно. Но пчела с утра еще, наверное, с 9 часов уже полностью работает. Вот так приходит. Делается. Белая акация называется. Пчела выходит, приходит застывшая полностью. Ветром ее бьет. Обалдеть. Вот такая вот байда. Сожрать ей хочется, а в уликах, наверное, нифига ничего нету. Зрелище не для слабонервных. Такая вот фигня. Вот такая вот она. И чем дальше день, тем все красивее. Это мое второе хозяйство. Один раз уже облетелись, теперь позабирал, второй раз дал маточники. Будем посмотреть, что они будут делать. Тоже везде колючка. Вот так как-то. Пакеты стоят с востока на запад. А ну, Дим, поснимаешь мне чуть-чуть? Вот еще один. Сейчас посмотрю. Вот никто не выкучивается. Работает подсолнух за 6 километров. Вот. Пчелка вроде бы есть. Сейчас даже на крайние рамки посмотрю. Ну и мед несут. Такое с намески нет, не оторвешь. Так, ну видно, сколько было расплода от прошлой матки. Короче, жару 42 градуса эти ромоносы перенесли нормально. Пока взяток идет, для них та жара очень даже хорошая. Ну вот это они сами принесли. Там что-то есть. Будем метить матку. Еще одну. Посмотрим. Ну, у этой теплая перегородка. Им полегче. Сейчас будем смотреть от первой матки, сколько засела было. Ну, вот столько пчел у нее народилось. Пчела практически вся молоденькая. Это вот с краю от пенофола что-то они ушли. Вот она матка. В этом году вот эта партия какая, третья маток, все тигровые, потому что в жару выводились. Все. Первая партия от этих же маток были темные. Теперь вот такие вот плодятся. Сейчас я ее помечу. На паузу поставлю. Забыть. Вот такой у меня пузырек. Раз. Оп, все. Пузырек вот такой. В землю втыкается. Сейчас можно обновить. Давай возобновляем. Следующая рамка. Вот такая. Тут уже личинка, яйцо.
Все это на жаре в однослойном ДВПшном. Стоят вот через такое расстояние, друг другу тень делают. Задняя стенка, естественно, не греется никогда, потому что литками на юг стоят. Вот столько расплода. Вот, это еще не вышедшие с той матки. Не с этой. И дальше вот они. Еще и мед приносят. К стеночке. Ну вот, вот однослойная, чтобы никто не подумал. А с той стороны посмотри, борода есть или нет. Бороды нету, да? Ну вот. И не будем заморачиваться ни о чем. Сейчас посмотрю отводок, который стоит одной стенкой к западу. И греется западным солнцем просто жестоко. Как греется, вот видно, даже отклеилась, которая много лет была приклеена, и теперь все расклеилось. Вот эту стенку, она греется. Сейчас я буду смотреть. Попробую рамка, если оторвется. Да не нормально, разогретая хорошо рамочка. И у нее пчелы складывают мед. Вот так, видать, он тут хорошо у них выпаривается. Сейчас посмотрим с другой стороны. Снимальщик с меня еще тот. Ну а с этой стороны, кажется, они готовят. Да ничего они тут не готовят. Сейчас посмотрим, сколько тут расплода, есть он или нет. А то, может быть, все сжарилось. Будет видно. Сейчас как раз солнышка нету. Короче, рамка практически вся в личинке. Тут яичко еще. Ну а пчелок почти нету. А яичко есть. Значит, они надеются все это выкормить. Значит, температура им. Кстати, сейчас гляну на литок, выкучились они или нет. Ну, вот так как-то. Почему так происходит, даже я и не знаю. Такая жара, я тут не выдерживал. А им, видать, тепла как раз в норму. Даже язычок построили. Ну, вот он, расплодик. И сейчас вот температура сегодня уже 35. Если видно, тут яйцо. И личинка. Ну, вот так вот. С этой стороны тоже так. Яйцо. Ну, разбег, походу, большой между... Не сразу матка засеивает, а засеивала к задней стороне, потому что передняя на юг стоит. Но факт в том, что пчелы не сильно много, а расплодик вот он есть. И здесь вот есть. Опять мои строители. Раньше была пчела, вернее не раньше, одно время немножко у меня была пчела, которая воска выделялась очень мало, строительство было плохое. Так, ну здесь вот сырой. Ну и мед, конечно же. Ну а там, что там? Там медовая рамка с края стоит. Вытащу сейчас все-таки. Самому интересно, крайние стенки, как они. Красиво. Здесь в углу думал, яйцо будет вроде почищенное, но нету. Ну, здесь мед. Ну, все. Получается, что я не выдерживал здесь, когда жара была. А пчелы выдержали, все нормально. В однослойных ДВПхах. Никто никуда не выкучился. А в семьях у меня все пчелы были на стенке улья.